Підтримати національну збірну України в прямому ефірі перед матчем з Люксембургом та довести, що їх місто найактивніше, запросили 14 червня українських болівальників телеканали «Футбол-1» та «Футбол-2». У нас є така практика телемостів серед містів, щоб кожен город поучаствовал. У нас сегодня в этом телемосте принимают участие 4 города. Это Львов, Одесса, Чернигов и Харьков. 4 города объединяются. Мы показываем, что каждый город держит кулачки за свою родную команду, за команду Михаила Фоменко. То все надеются, что в матче против Люксембурга мы все-таки победим. А нужна только победа. Украина все сильнее, Люксембурга и быстрее! Будет очень много крутых конкурсов, вот уже начинается шоу, будет весело. Один из самых прикольных конкурсов – это набивание мяча, и одновременно нужно пить пиво. Чем быстрее ты выпьешь пиво, тем больше шансов на победу. Глядачі з усіх куточків країни могли голосувати за своє місто, використовуючи хештеги. Технічну підтримку у проведенні телемосту з Харкова надав оператор «Макснет». Мы болеем сердцем за Украину, поэтому мы с радостью согласились участвовать в этом мероприятии. Тут свои технические требования, это и надежный канал интернет, и надежный канал ТВ должен быть для того, чтобы показать красивую трансляцию, красивую картинку. Поэтому Макснет тоже провел сюда магистральный кабель, прямо оптиковолокно, для того, чтобы Харьков был лучшим. Поділяючи любов українців до футболу, компанія «Макснет» дбає, щоб українські вболівальники мали можливість дивитися найкращі футбольні матчі з усього світу. Тому взяла на себе частину витрат за трансляцію в кабельній мережі каналів «Футбол», не збільшуючи абонентську плату для клієнтів. Україна! 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 Атмосфера хорошая, весело. Футбол всегда объединяет, это игра миллионов. Мы надеемся, что команда сыграет свою игру, и мы победим. Что может быть еще? Как бы пришли на праздник, настоящий праздник футбола. Люди пришли поболеть за свою сборную. И украинская сборная вболівальників не розчарувала, перемігши команду Люксембургу з чудовим рахунком 3-0.